Друзья, вы все прекрасно знаете мою рубрику «Найди машину по фотографиям», где я для участия приглашаю именно вас, моих подписчиков. Но сегодня подписчики спрятали машину, и мне придется ее искать. Неплохо так. А если и ты хочешь играть вместе с нами, приходи на сервер «Мой дом», вводи мой промокод «Играт» и получай вот эти крутые бонусы. Ну и не буду вас задерживать, погнали смотреть, найду ли я тот самый автомобиль. Ну что, друзья, неожиданно видеоролик подъехал, потому что тут подписчики мои собрались, друзья. Один хавать пошел, но один здесь, Евгений. Вы спрятали тачку для меня теперь, да, получается? Я буду искать тачку. Да, все верно. Все верно. 13 минут времени, как обычно, друзья. Если я нахожу, они вроде говорят, что 500 тысяч мои. Ну, все возможно. Итак, я сейчас... Бля, я заглушил. Как только я сейчас посмотрю, я тебе скажу, и ты засекаешь времечко. Ебать тут, друзья, фотография, конечно. Тебя компьютер, что, Pentium 2? Еб твою мать. Что это за место такое непонятное? Так, ну, примерно есть мысли, друзья, есть мысли. Я поехал. Есть примерные мысли, что это может быть в юшке. Еще один такой маленький момент. Машины нельзя прятать за шлагбаумом в местах, где ФБР там и так далее. Я надеюсь, вы в таких местах не прятали. Нет, нет. Ну ладно, я очень надеюсь. Блядь, там такое место непонятное. Но это место... Бля, и фотка такая охуенная, как будто на телефон делали, ну реально. Сложноватенько сейчас. Чувак размотался нахуй. Ушел парень. Блять, и как бы понять. Сука, ну ты время... Место, на самом деле, если... Ну, если ты найдешь место, ты поймешь, что оно несложно. Да понятно, я всегда тоже своим зрителям так говорю. Да место, ребят, несложно. Потому что ты-то сам понимаешь, где ты спрятал в моменте. Блять, ну, я думаю, пока что юшка. Сейчас посмотрим. Возможно. Одно место. Когда останется 3 минутки, будем ждать тогда вторую фотографию подсказки. Блять, не, сдаваться рано пока что. Время только началось. Поэтому есть шанс. Короче, какая-то хуйня. На низу здания сине-черной полоской. Такое ощущение, что это спецорганизации какое-то место, парковка, блядь. Либо это где-то вот здесь может быть. Такого я тут вроде не вижу. Нет, тут такого нету. Так, смотрим внимательно. Нихуя. Не похоже. Ничего не похоже. И тут тоже нихуя, соответственно. Вот видите, желтая такая вот ребристая хуйня, желто-черная, она есть внизу здания. А какого нахуй это может быть здание-то, а? Так, надо думать, надо на заправку. Так, ну время можешь остановить. Да, конечно. Так, заправимся. Бля, я честно, я в ахуе, я не знаю. Вот реально пока что вообще полный ноль. Без понятия, где может быть. Фотография шикарнейшая просто. Плоская текстура позади тачки. Да и тачка сама плоская почему-то получается. Короче, принимаю решение ехать, наверное, больше в юшку. Юшку говорю. В Арзамас. Только не улетай, пожалуйста. Спасибо. Давай еще время, блядь, потеряю! Возможно, где дальнобойщики. Потому что, опять же, предприятие. Сейчас заедем сюда, на предприятие. Угу, в Арзамасе. И сразу полетим тогда на дальнобойщики. Где-то вот тут с двух сторон надо будет сейчас внимательно посмотреть. Начнем, пожалуй, слева. Так. Так, ничего нету похожего, ничего нету похожего, ничего нету похожего. Абсолютно нихуя нету ничего похожего. Понял, принял. Так, теперь сюда заезжаем.
На Nokia сфоткали. Так, а по времени у тебя осталось ровно половина. Половина, да? Тут нету нихуя. Это точно не то место. Короче, надо, ребят, ехать на дальнобой. Скорее всего, мне кажется, где-то там. Потому что там есть склон, заезд под автомобильный транспорт. Скорее всего, мне кажется, это где-то там. Так. Блять, и нету этого ромбика нихера нигде. Блять, ну тут же нет никакой подземной парковки ебучей, я надеюсь. Нет, так, нет, так, нет, нет. Тогда скриншот с подсказкой я скину. Да, так, я скину. Так, куда еще? Окей, ладно. Варзамас, а что в Арзамасе? Где я там в Арзамасе? Можно еще попробовать напротив БУ рынка дальнобойщики. Наверное, я туда сейчас сразу еду. Может, там какая-то текстура. Хотя старая, опять же, текстура, ребят. Хрен его знает. Либо у человека комп такой слабый, что текстура развылилась. Непонятно ни хрена. Так. Здесь. Нет, тут нихуя. Подожди, стройка. Стройка. Нет. Так, ну, давай остановимся. Что, уже время? Пылечку. Да. Ебать, 3 минуты осталось? Да. Так, я сейчас выйду, посмотрю фотографию. Так, все? Да, я готов. Идем. Да. Я понял. Я понял, блядь. Я очень близок, нахуй. Я рядом, нахуй, с этим местом. Блядь, только сейчас помнить, сориентироваться. Вот оно. Так. Ну не факт. Не факт, конечно. Так. Так. Где ты есть, сука? Сюда, нахуй! Да. Вот, видишь? Было с этого ракурса. Вот так вот стоял. Блядь, вот. Я вообще не ожидал. Вот вторая, я говорю, всегда подсказка решает, нахуй. Вот всегда. Видишь, кто-то по второй не находит. Кто-то не находит, да. Так, где мои 500 тысяч? Так, мои 250. Павелся за 10, 40 секунд. Ну. Не зря ж сам делаю эти рубрики. Ну, вот будет пример того, что можно. Значит, найти. Можно, ребята. Так что обязательно что приходите, реально. Тоже участвуйте. Возможно, и вам также повезет. А может, у нас ребята будут теперь прятать, а я буду искать, либо вы будете на стримах деньги искать. Получать. Не, может, вы будете спонсорами, вы будете прятать, а я так чисто снимать и ездить, руководить процессом, а вы будете спонсорами, а ребята будут искать. В любом случае, ебать, я кайфану, я в моменте подумал, что я нихуя не найду, потому что фотография первая была очень жесткая. Если бы у тебя текстуры были, как вот, допустим, ты сейчас смотришь у меня на стриме, то я бы сразу, возможно, догадался. Сразу. Потому что как доски выглядят. А у меня на фотке, которую ты мне скинул, как будто это каменная стена, и вот это все каменное. А это все из дерева, оказывается, сделано. Блять, ну сложно. Моментами сложно было. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр этого данного видеоролика. Прожмите лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. И жду вас в последующем видеоролике. Всем спасибо за просмотр. Ребята, спасибо за челлендж такой. Я кайфанул. Да не за что. Все, всем пока-пока.